Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня 1 сентября, День знаний. А у нас в этот день двойной праздник, потому что сегодня день рождения моей любимой бабушки. Бабушка родилась в День знаний и до 70 лет проработала учителем. В честь дня рождения бабушки я приготовила ее любимый медовый торт. Вот он! Дорогая бабушка, поздравляю вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и долгих лет! А как я готовила этот чудесный торт, сейчас посмотрим. Итак, в мисочку отправляем сахар. И к сахару отправляем яйца. Теперь яйца вмешиваем в сахар до того, как получится однородная масса. Вот так. Спускаем со стенок. Яйца и сахар уже соединяются, и у нас получается однородная масса. Чуть-чуть еще помешаем. Хорошенько перемешала. Теперь в нашу массу отправляем мед. И перемешаем. Растоплю сливочное масло в кастрюле. Яичную массу осторожно вливаем в кастрюлю, где растопилось сливочное масло. Хорошенько перемешиваем массу, для того, чтобы она не пригорела. Постоянно помешивая, держим массу на огне до появления первых пузырьков. Появились первые пузырьки, в массу отправляем соду и перемешиваем до растворения соды. Появилась вот такая пена, убираем кастрюлю с огня. Смотрите, какая пушистая пена появилась. Теперь в нашу массу постепенно отправляем муку и замешиваем. Наша масса уже пахнет просто изумительно. Пахнет прям как уже готовый корж для торта. Добавим еще немного муки. И перемешиваем. Коржи моего торта будут твердыми, так как моя бабушка не любит мягкие торты, и мой торт-медовик будет с твердыми коржами. Добавляем еще муки. Чуть побольше добавлю на этот раз. И замешаю. Моя бабушка обожает медовый торт, поэтому в честь ее дня рождения я готовлю такой торт. Продолжаю месить тесто на доске, вываливаю тесто из кастрюли на муку. Тесто по консистенции очень похоже на карамель. Его очень приятно замешивать. О аромате, я думаю, и говорить не надо.
Очень приятно возиться с таким тестом. А еще оно очень тепленькое. Но нам надо сделать это тесто твердым. Тесто готово. Теперь отправляем его в мисочку. Накрываем полотенечком и отправляем в теплое место отдыхать на час. Прошел час, наше тесто подготовилось. Теперь закатаем наше тесто в колбаску. Чуть-чуть вот так разомнем. И разделим посередине. Теперь каждую вот такую мини-колбаску превращаем в большую колбаску. Тесто теперь разделяем на кусочки. У меня получилось 7 кусочков. Теперь превращаем эти кусочки в колобочки. Из кусочков теста формирую шарики. Шарики отправляю в пакетик, чтобы тесто не обветрилось. И вторую колбаску точно так же раскатаю. На пергаментной бумаге раскатаю шарик теста. Тесто раскатала, теперь посмотрим по форме. Тесто должно быть чуть больше кольца для торта, потому что готовый корж я буду вырезать этим же кольцом. Кольцо у меня диаметром 22 сантиметра. Корж выпекаю примерно 4-5 минут при температуре 180 градусов. Ура! Первый корж готов. Теперь вырезаю его кольцом для торта. Края я покрашу и посыплю им уже готовый торт. Убираем их. Надо быть аккуратными, очень горячего. Теперь приготовим крем. У меня в мисочке холодные сливки. Их надо взбить. Сливки взбиты. Теперь к сливкам отправляем сметану. Сюда же отправляем сахарную пудру. И немного ванилина. Все это замешаем лопаточкой. Чувствую, крем получится очень вкусным и очень нежным. Теперь собираю торт. На корж выкладываю немного крема. И распределяю лопаточкой. Положим еще немножечко. Кладем второй корж. Аккуратно надо быть, потому что коржи очень легко могут поломаться. И опять выкладываем немного крема. Обрезки коржей измельчаем до состояния крошки. Посыпаем торт крошкой. Сверху, а потом по бокам. Вот такие поздравительные слова я нанесла белым шоколадом. Теперь наш тортик отправляем на ночь в холодильник.
Готовьте такой торт, поздравляйте своих родных и близких и радуйте их. А я с вами прощаюсь. Всем пока!